Йоу, гайз, с вами Шеймики, и это у нас колда 4 Модерфейм. Это ремастер. Так, выбор задания. В прошлой серии мы с вами прошли про новобранцы, это обучение, прошли фортик и посмотрели видеоролик про переворот. Сейчас у нас акт 1, затемнение. Так, достигнув текущего задания, компании будут перезаписаны. Продолжить, да. Среднее. Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Ну, и, короче, дальше это у нас херня про подзагрузку будет сейчас. Короче, продолжим. Все. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Хорошо. Лоялисты, да? Да, это плейлисты. Кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Опа. А раньше этого, кажется, не было, да, менюшки? Огонь по усмотрению! Цель нейтрализована. Ночное видение, лазер. Противник убит! Окей. Они вместе со мной одевают? Да не. Блин, можно взять просто скорпиона. А? Отлично. Впереди будут еще патрульные. Бля, немного. Мороз со своими людьми будут ждать нас в поле на северо-западе. Сил США не разглашается по причинам безопасности. Министр обороны США сообщил, что в операции задействованы значительные силы, а США не позволят Аль-Асаду дестабилизировать регион и проводить дальнейшую захватническую политику. Ха. Да, русский телевизор-то. Данные. Нужно будет посмотреть, если что, в этой серии даже чекнем, что за данные это. Тележки. Найдете? Пипец они медленные. Так, вижу одного. О. Минус противник. Установи мину у двери, а затем привлеки их внимание. Цель уничтожена. Минус один. Минус один. Установи взрывчатку. Бля, как я его убил? Он что, на бомбу убежал? Пиздец. Не, давайте, короче, настройки, управление, действие, рукопашное, пускай будет на В, как и было. То, что я понял. Сол, установи мины у двери, а затем привлеки их внимание. Зачем мне надо? А? Окей. А? Двоих убили? Убит. Блин. Вперед. Игра сохранена. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Дай пройти.
Ты чуешь газ? Да, комаров. Мы идем? Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны. Ну что, с кустов вылезли? Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. ППШ. Не так быстро. Калаш, ППШ. Похоже, я твой должник. Еще бы, черт возьми. Окей. Ваня, подходи. Снайп? И приготовься к атаке. Снайпер. По моему сигналу. Заебали. Снайперскую. Сюда. Снайперы смогут прикрыть. Закрой. Снайперскую поддержку сейчас будем выполнять. Это я могу. Димитрич. Снайперку можно? Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Шоу, бери снайперку. Где? Где? Всем отрядам приступать к штурму. Где? Силы врага к северу. Соу, нейтрализуй пулеметчиков Вагнера. Окей, 5 сек. Чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Раз. Тут, как... я помню, тут не было дверей раньше. Оу, можно простреливать. Минус. Макмиллан? Никто не говорил о вертолетах, комаров. И не говорил, что здесь не будет. Должны защитить своих людей от вертолетов. Сюда! Быстрее, комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан. Уничтожим БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Все? Фу, они уже убежали, пипец, вы говорили только что около меня. Вперед, 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 вперед. Доложите обстановку. Вижу огонь, слишком жарко. Хорошо. Ладно. Да блин, дайте пройти, надоели. Что это, блядь, было? Это что в меня только что прилетело? Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Убил одного! Пипец, вы гоните? Я меткий стрелок, не думайте. Ну, сейчас просто не повезло, а так я меткий. Помогите прикрыть их с утёса. Да изи. Я наш шпион. Время на исходе. Помогите. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вас. Так. Проходите. Я так отбиваюсь. Что в чем дело? Так это наши? Нет, это не наше. А, я хотел грину кинуть. Ладно. Покажет голову, убью. Минус голова. Ты берете вот так. Надеюсь, долетел. Хоть какой-то успех. Бум. Долетело. Отстаньте. Я меткий. Это не ловушка? Или машина должна была быть тут стоять? Все. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, мы их точно победим. Довольно! Где этот шпион? Ты что делаешь? С ума сошел? Где? Где он? Тебя возомнил? В доме. В доме на северо-восточном краю деревни. Не так уж сложно было, правда? А теперь бух. Это наши бегут или нет? Мы должны добраться до того дома прежде, чем шпион... Вы что толкаетесь? Я отстреливаюсь, отстаньте.
Соуп, живо сюда! Ах, ладно, ладно. Уже выдвигаюсь, командир. У нас потери! Вперед, я понял. Ну, это враги, я понял. То есть наши враги. Ой-ой-ой, да, меня все-таки пробивают. Это мои? Мои. Возможно, он еще жив. Возможно, идемте вперед. Газ, обойди здание, отключи электричество. Соуп за мной. Хорошо. Обойти и отключить. Здесь? Эй. Газ, выполняй. Ты сказал это газу. Окей. Так, электричество отключено. Вперед! Ну не так темно, слушай. Электричество отрубили. Прибор ночного видения сильно облегчит задачу. Плюсик. Нейтрализуй их по-тихому. Саша! Ты там? Саша! Да, Саша здесь. Ах ты, подлюка! Капитан Прайс, вы сейчас умрете. Так, Николай. Мне же данные еще нужно собирать. А, мы уже нашли. Пиздец, я чуть не заслился. Все в порядке? Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Спасибо, что вы... Посылку забрали. Ну, вы хотя бы здесь есть перекрестие, вот видите? Б-6 на связи, Орлан. То есть я могу... Куда? Я не понял, куда они делись? Воу-воу-воу. А куда мне идти? Сюда? Как они туда прошли? Бля, они мне кид... А, ого, здоров. Газ, спасибо, спасибо тебе. Ну, газ нормальный. Он хотя бы мне показал своим телом, где, куда нам бежать. Ну, газ, извини, я быстрее тебя. Да? Ха. Да. Так, ну вот и все, да? Что я хотел? Разведкоды, что они нам дают? Так, получены разведкоды, 2, это понял. Это они? Разведданные. Для получения доступа найдите 30 фрагментов. Так, я сейчас это не понял. Для получения доступа найдите 2 фрагмента разведданных. Ну, я ж нашел их. У меня аж 2, алло. За
артхаузное ощущение. Окей. Ладно, давайте на этом короче закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.